Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня я проверил 100 секретных мифов новой версии Майнкрафта 1.20. Я был в полнейшем шоке, когда узнал об их существовании. А вы знали, что в пустынной пирамиде есть новая секретная комната? Или то, что секреты пустынного колодца наконец-то раскрыты? А то, как подписаться на канал и поставить при этом лайк, это и многое другое мы сегодня с вами проверим. А что из этого правда? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Пустынная пирамиде есть новая секретная комната. Звучит на самом деле как-то странно, мне в это не верится. Но пустынная пирамида уже найдена, так что давайте-ка мы с вами туда как раз таки и отправимся. И вроде как здесь вообще ничего больше нету. Обычный проход посередине, тихо, не взрываем. Но есть одно большое но. Абсолютно в каждой пустынной пирамиде теперь есть вот такая вот странная часть с песком, которую если мы с вами будем убирать, сейчас убираем, то здесь появляются какие-то очень странные блоки? Почему они выглядят как будто здесь находится середина пирамиды? Если вы сравните, вот здесь и вот здесь практически одно и то же. Если мы с вами будем спускаться вниз, то... ничего не будет. Но если мы с вами перейдем в спектейтер, то да, здесь также ничего нету, но все-таки вот эта вот часть каким-то образом появилась. И если мы даже вскопаем в том же самом месте, только с другой стороны, то здесь уже такого не будет. Это означает то, что да, есть новая секретная комната. Но пока что ее реализации нету. Верблюд выживет после нападения Вардена. Если честно, мне в это вообще никак не верится, потому что обычный игрок в фулл незеритовой броне может отлететь от Вардена буквально с одного удара. Но мы с вами сейчас находимся в древнем городе. Нужно, во-первых, включить себе наконец-то нормальную сложность, точнее, легкую. Хотя, ладно, давайте включим нормал. Берем яйцо призыва Вардена, а также верблюда. Ох, наконец-то я смогу на него хотя бы посмотреть, как он выглядит. И выглядит он шикарно. Окей, спавним теперь надзирателя Вардена, и он учуял, кажись, нашего верблюда. Но сможет ли верблюд вообще выжить? Так, я в креативе, меня точно Варден не тронет. Так, он побежал уже на него и... он выжил? Он со второго удара только погиб. Вы серьезно? Нифига себе, верблюд, конечно, мощный. Я еще не узнавал, сколько у него хп всего у этого верблюда, но, кажись, прям очень-очень много. А если я включу, например, изи? Надо это тоже проверить. А ну, давай, нападай на верблюда. Со скольки ударов все-таки теперь отлетит верблюд? Он его учуял. И давай, атакуй его, атакуй. Раз, два. На, также с двух ударов. Ну ладно, но можно засчитать, что это все правда. Нотные блоки могут издавать звуки мобов. Вот это, если честно, похоже на правду. Я почему-то в это 100% верю. Все же знают, что от различных блоков зависит, какой же звук все-таки будет издавать нотный блок. Но давайте все-таки попробуем это все сделать. Выставляем все нужные нотные блоки. Голова пиглина сюда. Голова дракона сюда. Крипер, зомби. Ну и, конечно же, голова игрока. Ну давайте попробуем, как же все-таки это дело будет звучать. А... стоп, подождите, звуки пиглина реально? Звуки дракона! Крипер? Да, крипер тоже звучит, зомби. Да, это все работает! А ну-ка, а голова игрока? Подпишись на канал и лайк поставь! Вот не думал и не гадал, что вот такое реально будет. Можно писать на другой стороне таблички! Если честно, мне в это вообще ни капельки не верится, но окей, ставим тогда нашу табличку и давайте что-нибудь здесь напишем. Подпишись на канал. Ну все, это теперь произведение искусства. Но давайте попробуем зайти с другой стороны и попробуем нажать, и мы можем ее редактировать. А, не знаю, это работает на эту сторону или все-таки на основную. Давайте напишем здесь 10 тысяч лайков. Следующая часть. И мы реально с вами написали уже с этой стороны, но момент истины. Будет ли написано с противоположной? Да! Мы с вами написали с двух сторон. Слушайте, а 1.20 довольно-таки прикольная версия. Такие вещи сюда добавили, это просто капец. Но давайте, чтобы далеко не уходить, с вами кое-что еще проверим. Можно заблокировать табличку с помощью сот. Это довольно-таки странно звучит, но сейчас мы можем с вами спокойно редактировать ту же самую табличку. Но если мы с вами возьмем соты и просто нажмем на этой табличке, то что-то произошло. А я могу... нет, я теперь не могу писать, вы посмотрите! Мы реально с вами защитили эту табличку! Вы же понимаете, что теперь можно прикалываться над друзьями. Вот, например, он ушел куда-нибудь в шахту, а вы подбежали к его дому, написали что-нибудь на табличке и просто жмякнули по ним сотом. Он же в жизни ее никогда не сможет поменять. О, разрушенный портал. Пустынный колодец имеет секретную комнату! Если честно, этот пустынный колодец не дает мне покоя до сих пор. Я даже не помню, когда он был добавлен-то. Но его предназначение до сих пор...
сих пор мне не ясно. Да, это пустынный колодец, там есть вода, все такое и так далее. Но какова его цель, я до сих пор не понимаю. Давайте иссушаем весь колодец и по сути ничего нету. Кажись, да, ничего нету. Никакой секретной комнаты. Но здесь есть какой-то прям максимально странный песок. Я впервые вообще такой вижу. И кажется, я знаю, для чего он вообще требуется. Берем кисточку и... Так, мы можем очистить его и... Это та самая археология. Кирпич. Спасибо за кирпич, конечно, но зачем он мне? Секретной комнаты все-таки нету. Сидя на верблюде, тебя не достанут зомби. То, что верблюда можно оседлать, я вообще не знал. Но нужно все-таки это проверить. Давайте включим также Easy Slow. Она у нас уже включена. Time set night. И по идее сейчас уже должны появляться плохие мобы. Давайте даже сделаем как-нибудь вот так вот. Глубокая ночь. И да, враждебные мобы уже начали появляться, но это не то, что мне нужно. Меня интересуют именно зомби. Берем зомбиков, спавним верблюда, на него седло. Все, мы теперь можем на нем кататься. И теперь просто спавним прям очень-очень много зомби. Они, во-первых, не трогают нашего верблюда, но садимся на него. Включаем выживание и... Нас реально не трогают. Нас реально не трогают. Ну, точнее, до нас просто не достают. А, нет, вот если так, то да, достают. Но если мы будем с вами стоять на том же блоке, что и зомби, то они нас в жизни не тронут. Теперь ты мой любимый скакун. Нюхэч спавнится только в вишневой роще. Но здесь я могу сразу сказать, что это полный бред, потому что нюхэч здесь вообще не спавнится. Нет, конечно, можно сейчас подождать буквально, наверное, минут хотя бы 20, и может быть все-таки заспавнится. Но насколько мне известно, нет. Спустя 20 минут. Прошло уже порядка 20 минут, и какие же выводы я могу сделать? Ни одного нюхача здесь нету. Все потому, что нюхач, он сам по себе не спавнится. Он появляется из яйца нюхача как раз таки, которое можно просто найти где-нибудь в океане, там на раскопках и так далее. Точно как эта механика работает, я сам еще не знаю, но вроде как только через яйцо он может появиться. Так что это 100% неправда. Можно получить нелегальные предметы в инвентаре креатива. Если что, я говорю про командные блоки, барьеры и так далее. Давайте прямо сейчас с вами попробуем найти тот же самый барьер, например. Нет, здесь нету, командного блока тоже нету. И что же нам с вами делать? А все очень просто. Мы с вами заходим просто сейчас в настройки, управление и вкладка оператора выкл. Меняем ее на вкл. Готово. И теперь просто заходим в инвентарь. И вы посмотрите, инструменты оператора у нас с вами появились. Здесь все абсолютно командные блоки, пазлы, блоки-конструкторы, пустой блок, барьер и даже палочка отладки. И даже свет здесь можно найти. То есть, если я прямо сейчас там спущусь, например, вниз, вот тут у нас с вами практически ничего нету, прописываем эффект clear и максимально темно. Но если мы с вами поставим этот свет, и да, получается, мы с вами так можем освещать теперь. Прикольно, даже не нужно пользоваться какими-то фонарями. А как мне выбраться-то теперь отсюда? Пиглины могут надевать головы мобов. Звучит довольно-таки странно и интересно, но зато голова пиглина теперь появилась. Она вроде как не была доступна в предыдущей версии. Прописываем сам он пиглин. Очень много прописываем. И теперь давайте попробуем скинуть в ту же самую голову крипера. Кто-нибудь возьмет ее вообще? А, кажись... Стоп, взял. Он реально надел, что ли, ее? Подождите, ну-ка еще раз проверим. Голова зомби, голова игрока и голова дракона. Так, еще один надел голову зомби. Так, ну-ка, возьмешь? Возьмешь голову? А, ё-моё, пиглин-дракон, это ты? Это самый главный босс теперь. Нифига себе, это реально работает. Ну-ка, мне интересно, наденет ли он голову игрока? И да, он ее надел, правда. Ё-моё, теперь это реально крипово как-то выглядит. Но самое интересное, как это будет работать с головой пиглина? Сможет ли пиглин надеть голову пиглина? Ну-ка, возьми. Голова просто стала больше, ладно. Окей, этот миф тоже подтвержден. Дракон, не смотри так на меня. Он еще и рот открывает на меня. А, нет, он на пиглина открывает. Вопросов нету. Золотой блок можно найти в руинах былых времен. Если кто не знает, это новая структура, которая появилась в 1.20. И как раз таки вот так вот она выглядит. По сути, из названия и так все понятно. Это руины былых времен, предыдущей цивилизации. И якобы здесь можно найти золотой блок, но пока что... Я вообще ничего не вижу. Вообще нету. Да, и где все это находится? Ах, это будет очень долго. Здесь проще команду использовать. Благо, я хотя бы знаю, как они пишутся. От всего я, конечно, таким образом не избавлюсь, но от большей части так точно. И теперь можно даже оценить вообще масштаб этой структуры. Так, давайте еще раз прописываем. Очень много раз, очень много. Да, теперь эти руины выглядят намного больше и намного красивее. Не забываем про дёрт. Да, это выглядит прям очень шикарно. Гранит, гравел.
и я до сих пор ничего не вижу. Стоп, это что у нас? Это Course Dirt. Мы еще больше с вами уничтожили всего, но до сих пор здесь ничего нету. Нет, я просто так не остановлюсь, я хочу это найти. И, кажись, все равно ничего нету. Меня еще вода бесит. Такое ощущение, как будто это неправда, но... Блин, ну не может быть такого. Нет, здесь есть, конечно, какой-то сундук, но это уже от спавнера. А, походу, это неправда. Но здесь прям видно, что есть какие-то прям комнаты, прям полноценные. Эх, почему нет команды найти определенный блок? Я попробовал найти еще одну такую же структуру и нашел, но есть одно но. Здесь также ничего нету, но есть еще одно большее но. Здесь можно найти верстак, стол кузнеца, печки, плавильни. И по сути, здесь реально есть шанс, что что-то будет находиться. Ой. А, что-то я не то сделал. Ё-моё, что я натворил? Да, я очень жестко накосячил, но зато... Ё-моё, сколько опыта выпало. Я совершенно не ту команду хотел прописать. Я хотел прописать, типа, поиск как раз-таки сундука. Может быть, здесь сундук был спрятан. Хорошо, миф неправда. Яйцо нюхача вылупится быстрее на блоке мха. Но вот это бы я с удовольствием сейчас проверил. Я уже заготовил два постамента. Так, землю заменяем на блок мха. И ставим яйца призыва. И ставим одновременно, причем. И давайте теперь просто смотреть, что же все-таки быстрее вылупится. Ну, точнее, где. Неужели он вылупился? Сколько времени ему потребовалось? Ну-ка, я даже не знаю, но таймер вы видите прямо сейчас все на экране. Но он все-таки вылупился намного быстрее с блоком Х, чем вот с обычного. Ты че? Ты че пукаешь? Не пукай. А то фу-фу-фу. Короче, миф подтвержден. Подозрительный гравий можно добыть шелковым касанием. Ну, в принципе, мне кажется, это реально будет возможно. Шелковое касание есть. Подозрительный гравий тоже. Ставим его сюда. И давайте попробуем тогда все это дело добыть. Заходим в режим выживания и... Нет, не получается. Но вот здесь есть обычный гравий, его я могу вообще спокойно добыть. А вот подозрительный вообще не получается. С подозрительным гравием я могу только одну вещь сделать. Возьмем кисточку, начинаем все это дело очищать. И что у нас с вами здесь появится? Ничего. А теперь могу я добыть шелковым касанием? Да, могу. Походу подозрительный гравий никак не добыть. Верблюд может прыгнуть на 12 блоков вперед. Если честно, мне вот и не верится, конечно. Но это все-таки новый моб, и я не знаю, как у него все здесь дело обстоит. Я знаю то, что кролик может прыгнуть на 2 блока вперед, а лошадка на целых 5. И неужели верблюд будет в этом намного лучше, чем они? Я надеюсь, что да. Я уже здесь все отметил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 блок — это уже обычная земля. Верблюд, седло. Тихо, куда? Не надо прыгать. Давайте попробуем. Заряжаем наш прыжок и... Стоп, у него реально есть те шансы перепрыгнуть. Стоп, я просто не в нужное время отжал. Давайте-ка к самому краешку, заряжаем прыжок и... Блин, ну почти. Надо прям в точный тайминг попасть. Нет, я смогу это сделать. Верблюд у меня сможет все перепрыгнуть. Да, кажись, здесь надо брать разгон. Но давайте так, 50 на 50. Вроде как подтверждено, а вроде как и нет. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик. Не забудьте друзьям рассказать. А если вы хотите, чтобы вышла следующая часть мифов в Майнкрафте на версии 1.20, то обязательно пишите об этом в комментариях и давайте наберем как можно больше лайков. Например, 2 лайка. Мне кажется, мы такое не сможем собрать. Но если мы набираем, то сразу же выходит следующая часть. Ну а с вами был Акаки. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова!